Раньше в нашей школе использовались софиты старого образца, изготовленные в советское время промышленным способом. Но стойки были деревянные, изготовленные педагогами школы. Юные художники, которые творят прекрасное, должны быть окружены красивыми вещами. Поэтому и эти неказистые софиты, совсем не радующие глаз, уходят в прошлое. Балаковская художественная школа имени Задорожного пополнилась новым оборудованием. Теперь в каждом классе стоят современные софиты, позволяющие более четко высвечивать предметы. Мы обращались к депутатам Саратовской областной думы. И Гаги Караратович Киркасян откликнулся на нашу просьбу и поспособствовал выделению денежных средств для приобретения софитов. Найти правильное оборудование для обучения начинающих художников – дело непростое. Обычные бытовые лампы и светильники для уроков не подходят, поэтому на поиски нужных приборов уходит много времени и сил. К примеру, новые софиты заказывали аж в Санкт-Петербурге. Ранее наша художественная школа уже сотрудничала с этой мастерской, и педагоги остались довольны качеством приобретенных там товаров. Софиты изготовлены как раз для юных художников и отвечают всем требованиям по обучению. К примеру, подходят не только для натюрмортов, но и для написания человека. Полный рост или сидя должен находиться человек на определенной высоте, и свет должен, соответственно, падать с определенной высоты. Поэтому был выбран именно такой размер, который выдвижной, который регулируется по высоте. Он достаточно устойчивый. То есть эти софиты вообще разрабатывались, производятся на основе ГОСТов технической документации советского периода, которые были разработаны специально для детских художественных школ. Депутат Саратовской областной думы Гагик Киркасян уже не первый раз накануне Нового года делает подарки ученикам художественной школы. В 2019-м он оплатил годовое обучение для подающего надежды юного художника. И сейчас педагоги очень довольны работами этого мальчика. Говорят, из него может вырасти настоящий мастер. В 2020-м при содействии Гагика Араратовича школа получила такие нужные софиты. И директор учреждения надеется, что это плодотворное сотрудничество продлится и дальше.